Всем привет! Сегодня я покажу, как играть обычные частушки. Сыграю я их в миноре, а также в мажоре. Чем отличается мажор от минора? Мажор — это веселый лад, а минор — это грустный лад. Вот даже сами послушайте, если я возьму аккорд АМ, он звучит немножко так лирично, сентиментально, грустно. Если я возьму аккорд А, то есть мажорный или А-мажор, он звучит более позитивно, бодро, более весело, что ли. Как-то у него эмоциональная окраска более такая светлая. Это аккорд А, это аккорд АМ. Аккорд ДМ, минорный, да? Если буковка М в аккорде есть, значит это минор. Если аккорд Д, мажор, звучит он как-то более жизнеутверждающе. Теперь я покажу, как играть частушки. Смотрите, вот я сыграю их в миноре. Два варианта. Есть простой вариант, если мы играем просто аккордами. Есть вариант посложнее, когда мы играем аккорд и плюс арпеджио, перебор. Начинаем мы с аккорда ДМ. После этого у нас аккорд АМ, аккорд Е и аккорд АМ. Каждый аккорд мы проводим два раза вниз. Это скелет, это костяк. Сначала нужно выучить, чтобы все у вас было ритмично. Можете поработать под метроном, либо если у вас хорошее чувство ритма, можно просто поиграть каждый аккорд два раза. И желательно, чтобы у вас пульсация была ровная, равномерная. Чтобы как вот секунды. Раз, два, раз, два. Каждый аккорд. Раз, два, раз, два. Раз, два. Это у нас минорные частушки. Вот у нас аккорд ДМ зажимается, так первый лад. Первая струна, второй лад, третья струна. И мизинцем или третьим пальцем зажимаем на третьем ладу вторую струну, как угодно. Два раза проводим. Аккорд ля минор АМ. Первый лад мы зажимаем вторую струну. На втором ладу мы зажимаем четвертую, третью. Два раза вниз. То же самое, аппликатуру мы переносим на уровень выше. То есть мы уже первый палец ставим на третьей струне. На первом ладу. И на втором ладу пятый, четвертый. Два раза вниз. И затем уже опять этот аккорд, который был до этого. Аккорд АМ. Два раза. Вот. Это у нас минорные частушки. Мажорные частушки. Мы играем те же аккорды, но только вместо ДМ будет аккорд Д. Вместо АМ будет аккорд А. Звучать они будут более так, более весело. Тоже мы проводим два раза вниз. Первый аккорд у нас D, на втором ладу зажимается третья струна, первая струна и на третьем ладу вторая. Два раза вниз. Затем у нас второй аккорд это А. Можно взять его либо так, как вам удобно. На втором ладу зажимается вторая, третья, четвертая. И уже знакомый нам аккорд E, который у нас был до этого. То есть два раза вниз, и затем аккорд А, два раза вниз. Теперь давайте посмотрим, как их сыграть в перебор. Ставим аккорд ДМ, дергаем четвертую струну и одновременно три. Первая, вторая, третья. Затем вот этот палец идет на третий лад, четвертую струну. Дергаем его один раз и опять же играем три струны. После этого аккорд ля минор АМ, пятый открытый бас. Дергаем три струны, первая, вторая, третья одновременно. И потом мизинец идет у нас на третий лад, пятой струны. Дальше ставим аккорд Е, здесь играем шестой бас, три струны дергаем и затем пятый бас. И возвращаемся на аккорд АМ, дергаем пятый бас и затем то, что было у нас до этого, это мизинец на третий лад, пятую струну. Звучит это все так. Можно еще добавить арпеджио, так будет как-то виртуозней, что ли. Зажимаем все то же самое, играем четвертый бас, три струны, затем ставим вот этот третий палец, и здесь мы играем арпеджио. То есть нужно будет играть четвертую, третью, вторую, первую. Но нужно это сделать вот в таком ритме. Постепенно можете ускорять ритм, как вам удобно. То же самое, пятый открытый, и потом, когда ставим уже мизинец, мы тоже перебираем с пятого баса до первой струны. Потом аккорд Е, шестая струна, перебор идет с пятой, пятая, третья, вторая, первая, и потом опять аккорд АМ. Мизинцем зажимаем третий лад пятой струны. И вот у нас получилось так вот. Теперь играем мажор, четвертый бас, потом то же самое перебираем. Четвертого баса, аккорд А, пятый бас, перебор с пятой струны, аккорд Е, шестой бас и перебор с шестой струны, и аккорд А опять.
вариант для продвинутых показываю. Он достаточно сложный, потому что там идет пассаж на 16-й. Послушайте, как звучит. Мы играем аккорд ДМ, играем четвертую и первую вместе, бой, четвертая и вторая вместе, бой, аккорд АМ, пятая и первая вместе, пятый бас, бой, и здесь уже вот самое сложное идет. Мы играем шестую и первую вместе, легато, сдергивание, и идем на третий ла второй струны, вот у нас первая. Нам нужно научиться четко и ровно играть вот этот пассаж. Это мы обыгрываем аккорд Е или Е7. Дальше мы играем шестая, вторая вместе. Вторая у нас струна на первом ладу зажата. Играем также легато к третьему ладу и сдергиванием. И открытая вторая. Смотрите, у нас идет первая, шестая. Ой, простите, вторая, шестая. Третий лад сдергиванием. И открытая. Первый пассаж звучит так. На втором ладу третью струну с пятым басом одновременно. Дергаем третью, пятую. Затем идет у нас нисходящий легато к первому ладу. И обратно на второй лад. То есть вот так вот. Затем мы дергаем вторую струну. И легато идет на первый лад, второй лад, третий лад и открытая струна. Первая. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!